темных дел со стороны, бредит искусственное око, где-то близко и далеко, не видит искусственный летчик, ай какой метеорит, или кто под видом птицы к нам из ихней за границы, вдруг проникнет среди ночи, что и не будь там творит, ох, коварен или чист, наш сосед капиталист, только сунем палец в рот и отгрызет. Но все шлют и шлют агентов, шлют печей и интервентов, то легально, то втихушку, а ли как-нибудь еще, а чтобы вынюхать секреты, лезут даже в туалеты, приоденься старушкой, а там написано про все. Осторожный умен, к нам отосланный шпион, нанесет какой урон из-за кордон. Ведь недаром туалеты на замке зимой и летом, и эти самые старушки все фиксируют со стен. В агентуре ихней нити попадает посетитель. Здесь борьба, а не игрушки политических систем. Чуть расслабишься в момент, зафиксирует агент. Хоть про дом, про огород, то все блокнот. Меж кабинок морда тяпкой, все и лозит мокрой тряпкой, все разрено да расслышать, да унюхать норовит, или да скосится гладом, подберет скунитазу. Незаметно, между прочим, микрофончик прикрепит, а в резиновый галош может спрятать острый нож или сунет под халат автомат. Так что будьте осторожны, нынче в мире очень сложно, и без 15 копеек той дороги нет. Но, товарищи и братцы, чтоб потом не унижаться, если нет в кармане денег, ограничивай обед. В общем, бдительный будь и инструкции не забудь. Уж терпи тогда до дому, добирайся как-нибудь. Свою гордость не уроним к бабкам этим закордонным, если даже кто-то будет, мы проситься не пойдем. Наши взгляды негативны, самый дельный наш противник. Пусть народ не строго судит, под кустом места найдет. Всех шпионов изведем, мы к ним больше не пойдем. Там один пускай сидит,